Так, еще одну хочешь? Ну давай еще одну. Агрессив питон дубль 2. Агрессив питон дубль 2. Так, конь f3. Угу. Давай так. 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 Есть такой вариантик. Имеет право на существование точно. Так. ДЦ просто. Ферзь на e3 хорошо стоит. 3-0 хочу дальше. Мне кажется, эта позиция довольно приятная для беленьких. Хотя для черных, может, тоже. Нельзя отрицать. Давай так. Да, по дебюту не получил вообще нифигашеньки. Честно говоря. Вообще нифигашеньки не получил. Не знаю, как это буду выигрывать. Так, давай еще каткой 2700. Еще 3 пункта, не расслабляться. Во сколько не сдавал ЕГЭ. Так, спамер, давай еще. Окей. А, у нас спамер есть. Кстати, 132 зрителя. Всем еще раз большой привет. Кто уже давно смотрит, кто подключился только недавно. И пробили мы все-таки соточку лайков. Всем спасибо. Сотня лайков — это хорошо. Сотня лайков — это приятно. Так. Тюрбобер. Ладно, пока держим напряжение. Как там? Пока как-то держим напряжение. Да, но объективно равная позиция. Может, как-то все-таки перекатаем? Кто знает. Все бывает. Все бывает в этой жизни. Наш два не отдаем. Так, сюда. Давай так. Так. И вперед. Не дам F5 пойти. Вперед. Так, он настаивает все-таки на F5. Ну, тогда я тоже настаиваю. Так, хочу. Ну, тут сейчас перегонки. Перегонки. Чистой воды. Так, c6. Но моя, по идее, на одну быстрее. Но сейчас может получиться вообще позиция с четырьмя ферзями. Так. Так. А правда, ферзь g2, ферзь f2 могу пойти. У него шахи еще есть. Типа у меня король туда куда-то побежит. Возможно, просто разменяются ферзи. В итоге получится ферзь vs у меня король на 5, где-нибудь пешка d4. У черных останется. Непонятно, короче. Непонятное кино. Так, ну соперник опять, кстати, очень сильно по времени просел. Сюда. Так, ферзь d7 еще ход есть, кстати. Не, ну давай c7 просто. c8. Сейчас e1 ферзь, кстати, наверное, сыграет, да? У меня шахов нету. Нет, не решился. Так, ладно, мне надо d4 съесть явно. Пока шах отсюда. Сюда. Шах отсюда. Так, сюда. Шах сюда. Да. Итак.
Ну чё, пошла вода горячая. Так. Да. Опа! Хорошо. Сколько ферзей на доске? За партию было 6 ферзей на доске, за партию было, да? 6 ферзей за партию было на доске. О май гад, подождите. Да, вот это 1-2. Это третий. Это четвертый. Так. Это пятый, это шестой. И потом я этот аншпиль выиграл. 6 ферзей за партию на доске, Карл. 6 ферзей за партию. Охренеть. И 2700 вернули этой партии. Блин, не, ну это кайф. Это кайф, это классно. Это красиво. Народ, если вам тоже понравилось, лайк, подписочка, донат и комментарий, потому что это по-любому пойдет в нарезку.